Doctor, how's your health? Пришел? Да. Отлично. Сразу заводчик. Так. The friend of mine that hunts, he likes to hunt, and so he bought a new rifle last year, and I remembered at the last minute before I left and thought, oh, I'll get him some bullets for his new rifle, and didn't realize that that was a no-no. So now I'm having to go through this process. И сразу же, завтра сразу же. И обвинение должно было доказать вот то, что он знал, что это нельзя. Обвинение ссылается на то, что имеются информационные щиты, в которых написано, в том числе и на английском языке, что запрещено к ввозу без декларации боеприпасы. Однако, я представил суду и заключение специалиста в области английского языка, ни одно из тех слов, на которые ссылалось обвинение, вот оно в английском эквиваленте, не означает боеприпасы. Можно открыть? А, ну я там. Так что... She has a brush with us.